И вот пишите правила. Если вы зависите экономически от родителей, родители будут рулить вашей семьей. А вы будете при этом будете кусаться, злиться. Мама, не лезь в мою жизнь, а тогда не бери мои деньги. Если ты не хочешь, чтобы лезли в твою жизнь, что ты доберешь меня? Это разумно? А то они потребляют, но при этом хотят, чтобы в мою жизнь не лезли. Ты квартиру мне, я тебе квартиру дала? Дала. Деньги тебе дала? Дала. Вот теперь слушай, как надо жить.